Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня сварила обыкновенный овощной супчик, но очень-очень вкусный. Для этого взяла воды 700 мл, поставила на огонь и нарезаю все овощи и сразу кладу в воду. Картошечку, половину морковочки, одну помидорочку, некрупную луковичку, капусту. Капусту можно брать любую, можно взять брюссельскую, можно брокколи. Подсаливаю. Капельку растительного масла, капельку сливочного масла, ложечку сметаны, кладу зелень, укроп, петрушку, лавровый лист. Даю закипеть и варю под крышечкой 20 минут. Вот такой супчик получился. Приятного всем аппетита!